Май 2018 года, Львы, это довольно спокойный и стабильный месяц для вас. И он не принесет вам никаких кардинальных перемен. Так что вы можете немного расслабиться и никуда пока не торопиться. Уже с конца апреля Солнце находится в вашем 10-м доме. А 10-й дом – это область личного успеха и карьеры. И Солнце акцентирует ваше внимание на вопросах вашей карьеры и вашего профессионального роста. У вас начнут появляться честолюбивые помыслы по Солнцу. У вас появится потребность в признании, Львы. Вы станете более уверенными в себе, хотя куда уже можно быть более уверенным. У вас появится возможность обратить на себя внимание окружающих. А это вам очень нравится, Львы, и прославится трудовыми достижениями. В этот период вам, Львы, следует всю свою энергию направлять на повышение своих профессиональных навыков. Это будет такое хорошее время для того, чтобы вести переговоры с вашим начальством или вышестоящими чиновниками о перспективах своей деятельности. А для молодых львов это будет хорошее время для выбора профессии, для самоопределения. Солнце также будет благоприятно сказываться на ваших отношениях с начальством, на ваших отношениях со служивцами и высокопоставленными людьми, а также с вашими родителями, львы. В начале мая 2018 года вы сумеете в полной мере проявить все свои организаторские способности, все свои намерения добиться успеха. И это, львы, будет проявляться как в вашей профессиональной сфере, так и в личной сфере. И именно благодаря вашему усердию вы окажетесь на хорошем счету у вашего начальства, которое не забудет вас позднее порадовать каким-то новым и очень перспективным проектом. В этом месяце, львы, вам нужно очень трезво оценивать все свои возможности. И беритесь только за то, что вам действительно под силу. В мае 2018 года львы будут неотразимо привлекательными и пользоваться большим успехом у лиц противоположного пола. Правда, серьезные отношения одиноким львам не следует спешить заводить пока. Особенно это касается тех, кто только недавно расстался с прежним партнером. Подождите, пусть все успокоится, а пока подлечите свою пострадавшую самооценку путем ни к чему не обязывающего, но активного флирта, львы. Меркурий продолжает прямое движение. И вот 13 мая 2018 года Меркурий плавно перейдет в следующий, 10-й дом вашего гороскопа, львы. Это область личного успеха и карьеры. Но Меркурий движется слишком быстро, чтобы оказывать здесь сильное влияние на вопросы карьеры. Транзит Меркурия обычно указывает на то, что ваши мысли в это время будут направлены на проблемы, которые связаны с текущими целями, с вашей текущей профессиональной деятельностью, с карьерой, ну и у кого-то это, возможно, будет связано с политикой. Все идеи, которые будут появляться, будут рассматриваться с точки зрения возможности ее практической реализации. Хотя в этот период очень часто может появиться реальная возможность реализации уже сформировавшихся планов, благодаря, например, какой-то дополнительно полученной информации или какому-то установившемуся контакту и использованию ваших деловых связей. Нередко по Меркурию в 10-м доме цель достигается благодаря чьему-либо покровительству или умению использовать нужную информацию в своих целях. В это время у вас, львы, могут возникнуть новые важные связи.
важные знакомства с работодателями или с авторитетными и высокопоставленными людьми. У кого-то из вас может возникнуть необходимость посетить государственные или ведомственные учреждения с целью получения необходимой информации или оформления важных бумаг. В этот период у вас может быть много деловых звонков, разговоров, и может поступать к вам очень ценная информация. У кого-то возможны деловые поездки по Меркурию или командировки, подписание договоров, контрактов, соглашений. Это есть возможность некоторых перемен, которые связаны с вашей работой. Например, это может быть предложение о смене должности или смене работы. Или кто-то из вас, или вы сам, примет такое решение о смене работы по профессиональным или материальным соображениям. Меркурий в 10-м доме наделит вас, львы, большим честолюбием и высокой проницательностью. И многие львы сумеют себя проявить в этот период как незаурядные стратеги, особенно в том, что касается составления планов работы. Вы будете очень умело использовать получаемую информацию, а также использовать ваши деловые связи. Те львы, которые находятся в поисках работы, именно в мае могут получить немало интересных и даже заманчивых предложений. Но подождите, не торопитесь с принятием окончательного решения. Постарайтесь рассмотреть каждое из этих предложений с разных сторон и выберите то предложение, которое имеет лучшее соотношение плюсов и минусов. 16 мая и по 13 августа Марс будет в оппозиции к вашему знаку Львы. И в это время общественное мнение и позиция партнеров, оппонентов – будет влиять на ваши персональные дела. Поэтому вам будет очень важно выбирать, с кем вы имеете дело, львы. Не стоит вовлекаться в конфликты в это время, ни в какие разбирательства, чтобы вы не нажили себе проблемы. В этот период вы можете встретиться с противодействием конкурентов или кого-то, кто оспаривает вашу позицию. И у некоторых из львов в этот период возможны проблемы в семейных отношениях. Все конфликты, которые будут начаты в мае, особенно в период с 16 по 23 мая, эти конфликты станут очень длительными и изнуряющими. Они могут вернуться в осложненной форме в конце июля или в первой половине августа. Поэтому будьте внимательны, львы, избегайте конфликтов. 29 мая наступит полнолуние, поэтому, львы, не занимайтесь капиталовложением в этот день, не принимайте решения и не подписывайте контракты. А еще обязательно будьте внимательны при заполнении официальных бланков, так как возможны ошибки. Вы уже много и упорно трудились, львы. А поэтому вы начали в мае уже получать достойное вознаграждение за все, что было сделано ранее. Но вы, конечно же, не будете останавливаться на достигнутом, львы. И в мае вы также заключите немало выгодных контрактов. Или кто-то из вас может успешно закончить проекты. И ваше финансовое благосостояние продолжает улучшаться день ото дня, львы. Первые две декады мая 2018 года Венера будет находиться в вашем 11-м доме. А 11-й дом – это область друзей, область единомышленников. Это будет отличное положение Венеры для хороших контактов с окружающими вас людьми. А также это будет хорошее время для тех, кто ведет какие-то совместные проекты со своим любимым человеком. Это такое время, когда сбываются некоторые мечты и надежды, львы.
С друзьями у вас будут устанавливаться теплые доверительные отношения, этому будет способствовать Венера. Возможное сотрудничество с кем-либо из ваших друзей. Или могут возникнуть романтические отношения в дружеском кругу. У кого-то из львов может возникнуть любовь к спонсору или к другому благодетелю, который дает деньги на какой-то проект для вас и для продвижения вашего изобретения. Из совместной работы над каким-нибудь проектом или в общественной организации у вас, львы, может вырасти взаимное чувство, чему будут способствовать общие идеи и общие устремления. В этот период вы станете душой общества, львы. Вы будете вносить мир и гармонию в отношения между членами сообществ. Вы будете становиться таким третейским судьей в спорах. Хотя это, конечно, могут быть и просто у кого-то посиделки с друзьями, общие развлечения. А у кого-то из львов это может быть встреча с женщиной, которая станет вам единомышленником и вашим другом. По Венере возможен небольшой доход через ваших друзей или через совместную работу. Одинокие львы в мае будут настроены излишне романтично. Вы расслабитесь и легко можете попасть в сети, не слишком честных людей. Май 2018 года для львов – это время серьезных намерений. Но не спешите открывать свою душу новому знакомому. Пусть львы он и окажется вам невероятно милым. А вот тем львам, кто уже состоит в отношениях, можно посоветовать продолжать трудиться над развитием отношений и над совершенствованием. Не критикуйте вашего избранника, львы. Просто попытайтесь найти общие точки соприкосновения. До второй половины мая Марс продолжает находиться в вашем шестом доме. Это область работы и здоровья. И вот любые оздоровительные и физические упражнения принесут в этот период невероятную пользу вам. А затем Марс перейдет в ваш седьмой дом. Седьмой дом – это область удовольствия, развлечения, это область секса и детей. И вот тогда наступит период, когда вам, львы, лучше направить свою активность на вашего любимого человека. А также направьте вашу активность на то, чтобы привлечь ваших детей к каким-то спортивным играм. По Марсу в седьмом доме вы, львы, будете проявлять активность в вопросах, которые связаны с партнерством, с любыми взаимоотношениями или с вопросов, которые связаны с сотрудничеством. И нередко кто-то из вас будет вынужден уходить с головой в дела вашего супруга или супруги и выполнять за него рабочие обязанности – или помогать ему в чем-либо, делать за него всевозможную физическую работу. Это будет такой период, львы, когда вы будете брать на себя ответственность. И не только за себя, но также и за других. Вы можете стать лидером какой-либо группы. В некоторых случаях в этот период возможна помощь сильных людей. Иногда транзит Марса в седьмом доме может указывать на общественную деятельность или даже на активный поиск разнообразных связей. На период с мая по ноябрь 2018 года Уран – это управитель дома партнера вашего львы – перемещается в сектор карьеры. И это будет чрезвычайно ответственный период в вашей жизни. В это время вы можете найти конструктивные решения, львы, которые будут работать для вас на такую долгосрочную перспективу. И возможно, что они станут даже необходимыми, особенно если вы вдруг узнаете, что вашему партнеру придется переехать из-за работы. Или, возможно, кто-то из вас, львы, может решить, что работа за рубежом подойдет вам лучше.
такое время, когда Уран находится в секторе карьеры, люди часто меняют место работы. А еще чаще люди меняют профессию. И вот со стороны кому-то может показаться, что вы совершаете полное безумство, бросаете престижную работу или какую-то доходную профессию. Но на самом деле это желание перемен, оно уже зрело в вас давно. И независимо от того, сознавали вы это или нет ли вы, а Уран, он просто помогает освободить человека от бремени обстоятельств, которые вынуждали его отдавать себя той или иной работе. И Уран дает шанс заняться наконец-то делом, к которому стремится ваша душа. Вы можете воспользоваться этим временем, львы. Это такой дух свободы, и он может проявляться не только в смене работы, но и в смене социальной позиции. Нередко, когда Уран проходит по этому полю, он приводит человека в позицию, в политику, извините. И вроде бы никогда человек не помышлял о политической карьере, и вдруг он выставляет свою кандидатуру на очередных выборах в органы управления. И вот как вариант, львы. Вы можете реализовать свое желание независимости в частном предпринимательстве или открыть свое дело по Урану. Ваше здоровье в мае 2018 года, львы, не будет доставлять вам серьезных хлопот. Однако никогда не бывает лишним поддержать свой иммунитет для профилактики. А также постарайтесь вести разумный образ жизни. Совет вам на май, львы. Есть энергия, есть силы и есть цель, львы. У вас уже выстроены планы на все это. Поэтому обратите на это внимание. И результаты тогда не заставят себя долго ждать. Главное, постарайтесь отбросить прочь все ваши сомнения и начните решительно двигаться вперед. Сейчас вам под силу достичь многого. Но нельзя упускать ни минуты, львы. Удачи вам!